Известный телеведущий погиб в автокатастрофе. Ингушский ведущий юмористической программы Prime Time Руслан Чакхиев погиб в ДТП в ночь на 5 ноября. Авария произошла в Назране. Чакхиев вместе с другом Ибрагимом Евлоевым передвигался на Toyota Camry. Их автомобиль столкнулся с мусоровозом, на котором отсутствовали стоп-сигналы и световращающиеся элементы. Чакхиев и Евлоев погибли на месте. В машине находился еще один пассажир. В настоящее время мужчина лежит в реанимации в Ингушской республиканской клинической больнице. Остальные детали происшествия уточняются. Благодарю вас за просмотр. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!